Перед отправкой саженцев я достаю каждый саженец, даже такой, потому что я прекрасно понимаю, ну, во-первых, для того, чтобы посмотреть, действительно ли везде плетен горшок. И вторая причина, наверное, даже более такая явная, это то, что не каждый человек знает, как достать такой саженец из горшка. И просто-напросто тянуть нельзя, и нельзя повредить корешки. Показываю, как делаю это я. Немножко придавить горшок, просто чуть-чуть его придавить. Потому что, когда корни полностью оплели субстрат, горшок немножко раздувается, и потом его нужно просто выбить. Корень начал уже вызревать. Шикарная корневая. Вот так. Дальше я закладываю этот корень, сильно не вбиваю, и такой саженец идет на отправку.